Уже через 5 дней начнется новый учебный сезон. Все школы Ульяновска прошли приемку и готовы принять своих воспитанников. Об этом сегодня рассказали представители департамента образования и сами педагоги во время совместного с прессой тура по учебным заведениям. Во дворе школы номер 61 старшеклассники репетируют свое праздничное выступление. Готовятся к 1 сентября. А вот их учебное заведение уже прошло все проверки и наносит последние штрихи, обустраивает лингофонный кабинет. В день знаний здесь будут стоять 9 ноутбуков, оснащенных специальной программой. Заниматься начнут ребята с 5 по 11 классы. Здесь можно, скажем так, проиграть файл уже самих носителей языка. То есть нередко бывает, что учитель, может быть, со своим акцентом произносить, и привыкаешь к этому учителю. А здесь можно разнообразно. То есть у нас, допустим, там мужчина – носитель языка, женщина – носитель языка. То есть разные акценты слышать, и уже формируется более корректное произношение. Технический лицей при политехе также во всеоружии встретит своих учеников. 2 года подряд они выигрывают гранты по 8 миллионов рублей и реализуют их на техническое оснащение по профилю заведения. Один из кабинетов, из 3 кабинетов информатики, вот, где находится, в принципе, достаточно современная техника, вот, которую мы приобретали тоже на средства гранта. И приобретено еще как бы 4-й, это мобильный класс, что позволяет любой класс задействовать еще в учебном процессе. Профилем лицея также является физика. И для лаборатории в данном направлении, опять же, по гранту закуплено оборудование. Все для практической работы. Кстати, не так давно в школах вновь введена астрономия. В следующем году, возможно, несколько вопросов этого предмета войдут даже в ЕГЭ. Ведь тут почему ввели все это дело? Чтобы, грубо говоря, бороться с мракобесием. Вот чего. Идея, когда уже обсуждают такие вопросы, а Земля-то, может, на самом деле плоская, да и вращается она около Земли, но и все остальное. В принципе, это потеря огромного пласта знаний. Ведь астрономия, она как квинтэссенция всего курса математики и физики. Я ведь был когда-то энтузиастом этого дела. У меня дома стоит свой телескоп промышленный. Свой первый телескоп я сделал в 6-м классе. Теперь Геннадий Гришин будет заражать энтузиазмом своих учеников. А лицею необходимо новое оборудование для практических работ уже в области астрономии. Это стимул к защите новых грантов. В целом, в этом году на сферу образования потрачено 180 миллионов рублей. Капитально отремонтировано у нас 31-я школа. Капитально отремонтировано 5 кровель скатных в образовательных организациях. Кроме этого, у нас начала работать в этом году программа «Школьный двор», где в рамках которой в 10 образовательных организациях приведены в порядок спортивные площадки, асфальтовое покрытие. Также капитально ремонтируются у нас спортивные залы в 75-й и 81-й школе. Деньги также пошли на исполнение предписаний Роспотребнадзора и Пожнадзора. Поэтому все учебные заведения Ульяновска к началу учебного года готовы. Элла Шахова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск.